Привет всем любителям пива, с вами Ян Ковалко, и продолжаю переснимать обзоры на пиво, чтобы обзоры шли линейками, а не одно пиво, целое большое видео. Пришло время будвара, отдельно я снимал и будвар «Тьмяный лежак», и будвар «Зербудвар» светлый, но вот решил объединить в один видос. Есть, конечно, еще «Ниалка», будвар «Зерно», я его не брал. Оригинальный чешский лагерь, я уже не единожды говорил, что считаю это одним из лучших лагеров. Будвайзер светлое пастеризованное, фильтрованное. Состав вода питьевая, солод пивоваренный ячменный, светлый хмель. Экстрактивность начального сусла 11,9, алкоголь 5,0. Произведено 06.09.2022. Наливаем. Золотой цвет, чистый, чистый, красивый, яркий, золотой, хорошая карбонизация, стойкая пенная шапка. В аромате хмель, чуть солода, сладкий хмель САС. На вкус, как всегда, чуть-чуть горечи хмелевой. После вкуса мягкая горчинка, идеальное пиво. Просто в сотый раз подтверждаю, что это один из лучших лагеров, который производится в чешском стиле. Очень круто, очень вкусное, послевкусие горчинкой, хмель есть, класс. 9 баллов, как было всегда, так и остается. Так, дальше у нас Будвайзер «Тьмяный лежак». Будвайзер темный, я уже не раз говорил, что оно мне не очень нравится. Наливаем. Так, в составе у нас... Пиво пастеризованное, фильтрованное, темное. Вода питьевая, солод пивоваренный, ячменный, светлый и темный. Хмель, экстрактивность 11,9, 4,7 алкоголя. Более сладкое, солодовое должно быть. В аромате шоколад. Чуть-чуть сладости солодовой. Пенная шапка меньше, не такая устойчивая. Во вкусе сладковатая. Алкоголя не слышно. Ну и горчинки тоже нет. В аромате жжёнка, чуть кофе, по вкусу пустое, после вкуса также пустоватое, с чуть-чуть с кислинкой от карбонизации, походу. Мне не нравится это пиво. Более того, я вот специально взял еще одну бутылочку. Кто находится в Минске, специально для вас. 06.09.2022. Розлив, оно было засвечено. Вот это у меня новый розлив 10.01. Кто покупает в Короне это пиво от 06.09.22, смотрите внимательно, мне попалось плохое. То есть оно какой-то копченкой даже отдавало. То есть странно, совсем странное пиво. Скорее всего, засвеченное, либо что-то с ним не то. И еще раз напоминаю, 06 розлив, 09.2022, темный лежак, тьмяный лежак, не покупайте. Вот это можно покупать, но это ерунда. Буду я покупать его еще. Будвайзер лагерь, да. Будвайзер темный лагерь я бы не покупал и не советовал. Так, по баллам. Это 9 баллов, это 5. Повторюсь, это один из лучших и любимых моих лагеров. А это темный лежак, ну, тот же козел в оригинале. От чешский он гораздо... Более питкий, более интересный по вкусу, более стойкая пенная шапка, которая здесь, видите, не стоит, карбонизация слабая. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, с вами был Ян Ковалко. Пишите в комментариях, на какое пиво хотите обзор, обязательно сделаем.